В Удомлии состоялось торжественное открытие новой детской площадки «Семья». Это современный безопасный детский городок. Его строительство осуществлялось в два этапа. И наши коллеги из регионального телевидения Удомли продолжат тему. В день торжественного открытия детский городок принимал своих первых гостей. Для детей подготовили интересную и веселую программу с героями из мультиков, песнями и танцами. Теперь возле Дома детского творчества вместо большой пластмассовой трубы, которую помнят многие жители, расположился яркий и красочный детский городок. И подобного ему в Удомле пока нет. В прошлом году у нас возникла идея сделать в городе игровую детскую площадку для разных возрастных категорий детей, которая будет, ну, не похожа ни на одну площадку в городе, собственно говоря. То есть идея сделать что-то новое. Главным критерием при строительстве детской площадки была безопасность, и это подтверждается наличием здесь специального покрытия общей площадью 750 квадратных метров, при падении на которое ребенок не получит видимых повреждений на коже. Детский городок «Семья» разделен на две зоны – спортивную и игровую. В прошлом году на спортивной площадке установили 5 двойных тренажеров. В игровой зоне расположились карусели, машины и самолеты – всего 16 элементов. В этом году добавилась канатная игровая сетка и 2 арт-объекта. Это теперь пиарная фигура медведя и слово «семья», выбранное активными жителями в результате онлайн-голосования. Все элементы детской площадки «Семья» полностью соответствуют современным требованиям безопасности, а самое главное – нравятся детям. Мне больше всего понравился вот этот мишка и лазилка. Тут очень здорово, на ней можно попрыгать. Общая стоимость работ за 2 года составила более 8 миллионов рублей. На всех этапах строительство детского городка курировалось специалистами Калининской АЭС и администрации округа. Хочу обратиться ко всем жителям, беречь теперь эту площадку. Беречь, обращаться аккуратно, как будто, вот, не как будто, а это наше с вами хозяйство. Это наша собственность, это не чье-то чужое, кто пришел, сломал, потому что бывает, уже начинает кое-что откручивать, уже начинает кое-что отламывать, вот, надо беречь это просто. Теперь новая благоустроенная зона отдыха станет излюбленным местом многих горожан. Везде дети получат массу положительных эмоций, а их родители с удовольствием проведут свободное время.